Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 28 августа 2022 года, и мы, как всегда, начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день чувства Овна могут быть выставлены на всеобщее обозрение или даже будут поставлены под сомнение. Чтобы избежать этой ситуации, старайтесь быть как можно сдержаннее в диалогах, особенно если собеседник настроен по отношению к вам недоброжелательно. Овну стоит избегать попыток оскорбить оппонента. Идти на открытый конфликт сегодня не стоит. Гороскоп советует игнорировать провокации и не отвечать грубостью на грубость. К сожалению, громко рассориться в этот день Овен может не только с недругом, но и с близким ему человеком. И чтобы помириться было легче, постарайтесь высказываться немножечко посдержаннее. Любовный гороскоп для Овна. В этот день Овен может почувствовать, что его тело и разум отказались сотрудничать между собой. Голова будет считать, что все в порядке, а вот тело сопротивляться объятиям, касаниям и прочим нежностям от любимого человека. Согласно гороскопу, в этот день пришло время изменений там, где что-то не устраивает, и именно об этом Овну сигнализирует его тело. Пора разобраться, что ему важно в отношениях, чего не хватает, от чего возникает раздражение и беспокойство. Ну а более-менее разобравшись в себе, звезды гороскопа советуют ему набраться смелости для откровенного разговора со своим избранником. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Рабочие дела Овна обещают иметь продолжение, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными и привычными. Гороскоп призывает добросовестно относиться ко всему, что он будет делать в этот день, ведь любой мелкий просчет может привести к большущим неприятностям. Вспомните эффект бабочки, по крайней мере. Каким будет продолжение любого дела, зависит только от самого Овна. Испущенное на авось мелкое поручение может обернуться выговором или крупным штрафом. Внимательность и аккуратность принесут Овну успех, даже если в этот день он его и не заметит. Телец. Если телец давно не мог решиться на какой-либо шаг, в этот день звезды наделяют его огромным зарядом импульсной энергии. Вы можете приступить к новому делу, отправиться в кругосветное путешествие, записаться на обучение. Любое грандиозное начинание получает все шансы на не менее грандиозное завершение. Гороскоп советует тельцу отложить рутину и воспользоваться потенциалом этого дня. Не превращайте океан в лужу, мечтайте о большом. Любовный гороскоп для тельца. Решительный настрой тельца может ввести в ступор любимого человека, так что не стоит оглашать все грандиозные планы, которые роятся в этот день в голове, пусть даже они связаны с совместным будущим. А вот если телец находится на пути к завоеванию чьего-то сердца, сейчас отличное время для решительных и смелых шагов. Ему в этот день по плечу любой крепкий орешек. Смело приглашайте на свидание того, кто, казалось бы, никогда и не смотрел в вашу сторону. Гороскоп обещает тельцу высокие шансы на успех даже в рискованных любовных предприятиях. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. Если тельцу не хватало возможности, чтобы занять заслуженное лидерство в коллективе, то этот день дает ему такой шанс. В голосе у тельца столько уверенности, его ораторские способности на таком высоком уровне, что он может убедить кого угодно и в чем угодно. И уж тем более уверить коллег и руководство в том, что из него получится прекрасный лидер, который учтет все нюансы работы и даст ей нужное направление. Гороскоп напоминает, что такими шансами не стоит разбрасываться и советует тельцу не растратить этот день на мелочи. Близнецы. Миссия близнецов – дарить радость близким людям, так что отыщите свою волшебную палочку и поспешите исполнять их желания. Речь вовсе не обязательно идет о ценных подарках, хотя от них ваши друзья и родственники тоже не откажутся. Гороскоп советует сделать главным блюдом себя. В этот день близнецам стоит проявить заботу и внимание к тем, кто окружает их каждый день. Это день – ваш личный день благодарения. Любовный гороскоп для близнецов. Этот день способен принести близнецам некоторую дилемму, что выбрать в отношениях с любимым человеком. Торг или бескорыстие. В зависимости от выбора и будет развиваться ситуация дальше. И хотя здравый смысл подсказывает, что выбирающий бескорыстие всегда выигрывает, у близнецов все равно может быть много сомнений, ведь на практике
перестать торговаться со Вселенной непросто. Согласно гороскопу, в этот день обязательно надо найти свободную минуточку, чтобы подумать над ситуацией в личной жизни и над вариантами, как действовать дальше. И если близнецы в результате выберут торг, то стоит хорошенько подумать, а нужны ли им такие отношения. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецы могут заметить, что они нужны буквально всем на работе. Не исключено, что их мнение станет последней инстанцией, их будут просить о совете и помощи. Гороскоп предлагает не отмахиваться от просьб, а воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свое положение в коллективе. Тем более, что для близнецов в этот день это не только не трудно, но и очень приятно, да и для общего дела полезно. Рак. В этот день для рака отличное время, чтобы напомнить окружающим о том прогрессе, который был достигнут ими за последнее время. Это идеальное время для того, чтобы добиться признания друзей, родных или начальства и даже, возможно, денежного вознаграждения. Не стесняйтесь напомнить обо всем полезном, что вы сделали, и попросите награду. Гороскоп советует раку оставаться в этот день нескромным. Сам не напомнишь о своих заслугах, как вы можете знать. Их могут и не заметить. Как говорится, источник информации забывается, информация остается. Любовный гороскоп для рака. В этот день любовный гороскоп предостерегает рака. Он рискует упустить что-то важное. Стоит внимательно следить за словами и реакцией своего избранника. Возможно, любимый человек пытается донести до него какую-то мысль, но не может сказать прямо. В интересах рака разгадать предложенный ребус. Если ему это удастся, впоследствии можно будет избежать затруднений. Рак, находящийся в поиске своей второй половинки, в этот день также должен быть особенно внимателен. Возможно, кто-то симпатичный из его окружения уже выкинул белый флаг и желает сдаться на милость победителя. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день звезды предсказывают раку неминуемую встречу с начальством. При каких обстоятельствах произойдет эта встреча, пока неизвестно. Она может быть совершенно случайной и мимолетной, а может быть инициирована своим руководством. Рака может ожидать долгая беседа на рабочую тему, а может быть короткий разговор ни о чем. Интересно другое. В этот день рак может получить прибавку к зарплате, если сумеет вовремя этой беседой себя проявить. Так что не упустите момента, дорогие мои. Лев. Гороскоп предупреждает. В этот день коллеги, знакомые, домашние льва захотят превратить его в жилетку для своих жалоб и обид. Он же вряд ли будет готов к ответным душеизлияниям. День его к этому совершенно не склоняет. Обвинения в черствости и равнодушии могут стать визитной карточкой дня, привести к обидам. Впрочем, знаете ли, гороскоп утверждает. Льву в этот день достаточно делать заинтересованный вид и поддакивать в нужных местах и в нужных моментах. И никто даже не заметит, что он думает о совершенно других вещах. Ну, а самое лучшее, если лев действительно проявит чуткость по отношению к близким людям и пойдет им навстречу. Любовный гороскоп для льва. В этот день лев очарователен и красноречив, а потому может привлечь внимание максимального числа лиц противоположного пола. Льву в отношении гороскоп рекомендует использовать шарм для достижения своих бизнес-целей. Флирт может стать отличным орудием в переговорах. Лев, находящийся в романтическом поиске, просто обязан максимально расширить свой круг общения. Так сказать, для увеличения радиуса воздействия. Гороскоп обещает, что новые знакомства в этот день могут приобрести самый неожиданный и приятный для льва оборот. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день на работе лев может сделать широкий шаг вперед, нужно только сконцентрироваться. Возможно, в этот день льву удастся завершить проект или наоборот, начать новый, перейти на следующий этап работы. В любом случае, день принесет льву прорыв вперед, сравнимый со стартом ракеты, так что гороскоп рекомендует не зевать и использовать этот день с максимальной эффективностью. Дева. Дева рискует в этот день остаться непонятой. Ее мысли идут вразрез с общими идеями, проявлять гибкость она отказывается, а отставить свою точку зрения не хватает аргументов и моральных сил. Гороскоп напоминает. Один в поле, конечно же, не воин. Найдите единомышленников и лишь затем устраивайте восстание против системы. При таком подходе дева в этот день может, если уж и не перетянуть большинство на свою сторону, то по крайней мере сделать хорошую заявку на лидерство. Любовный гороскоп для девы. В этот день дева
Деву может штормить и раскачивать на эмоциональных качелях. Ее будет бросать в крайности, причем больше всего от этого достанется тем, кто рядом с ней. В отношениях со своим избранником Дева способна буквально душить своей любовью, желая в ответ получать такие же яркие и незамедлительные проявления чувств. Дорогие Девы, если в этот день возлюбленные или друзья разочаруют вас своей холодностью, это не они остыли, это вы кипите, так что подугуманитесь немножечко. Гороскоп рекомендует Деве в этот день сбавить градус и не требовать от любимого человека слишком многого. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Что бы ни пытались в этот день сделать Девы, у нее вряд ли получится на что-либо существенное повлиять. Все будет идти по накатанной дорожечке и как будто бы мимо. На работе такое отсутствие Девы никак не скажется, поэтому звезды советуют ей просто расслабиться и плыть по течению, не пытаясь ничего менять в своей жизни. Даже если где-то в этот день произойдет сбой, который вызовет недовольство Девы, то все очень быстро встанет на свои места. Весы. Успехи весов этого дня будут связаны с поддержкой друзей или родственников, так что не забудьте лишний раз позвонить или написать близким людям, не стесняйтесь поделиться своими проблемами, это может оказаться не только приятно, но и полезно. Этот день обещает быть богатым на события, приготовьтесь к высокому темпу. Кроме того, гороскоп весов указывает на необходимость действовать в коалиции. В этот день не время для индивидуальных выступлений. Любовный гороскоп для весов. В этот день всем своим довольным видом весы будут излучать благодарность. Наконец-то в истории их любовных отношений появились яркость и задор. Это особенно важно еще и потому, что до этого весам какое-то время могло казаться вокруг лишь унылые люди и одинаково серая жизнь. Зато динамика происходящего в этот день обещает захватить их больше, чем полностью. Согласно гороскопу, позитивный настрой в любви способен открыть для весов полосу удач и подарить массу позитивных эмоций. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день звезды советуют весам проявить максимум гибкости в общении с коллегами. Этот день располагает к всестороннему рассмотрению вопросов, которые касаются общего дела. Даже если мнение весов окажется единственным правильным, им не стоит проявлять надменность и всем своим видом показывать, что остальные некомпетентны. Гибкость и мягкость в деловом общении – вот залог успеха весов на этот день. Скорпион. В этот день скорпион склонен действовать топорными методами. С одной стороны, его целеустремленности можно только позавидовать, а вот с другой, он отказывается проявлять гибкость и пробивается вперед с галантностью трамвайного хама. Гороскоп предостерегает Скорпиона от тактики полного игнорирования чужих интересов. Помимо «хочу» Скорпиона существует «могу» и «хочу» других людей, и их надо тоже учитывать. Любовный гороскоп для Скорпиона. Гороскоп предупреждает. День может пройти для Скорпиона под девизом «Я и все исправил к худшему». Чтобы этого не произошло, Скорпиону не надо нарушать в этот день главное правило инженеров и программистов. Работает – не трогай. То есть пытаться сделать отношения с любимым человеком еще лучше, чем они есть. В противном случае, вместо ожидаемых восторгов и благодарности, Скорпион в этот день рискует получить от своей второй половинки порцию недоумения или конфликт. И остаток дня ему придется думать о том, как все исправлять. Лучшее – враг хорошего, вы же знаете. Девиз этого дня в любви для Скорпиона должен быть именно таким. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпион почувствует в себе силы свернуть горы. Для работы это прекрасное ощущение, но звезды предупреждают, что сворачивая эти самые горы, Скорпиону следует внимательно смотреть по сторонам. Ведь увлеченной работой он своей самоуверенностью и безапелляционностью может сильно задеть кого-то из коллег или даже руководителей. На исходе дела это в этот день никак не скажется. Но вот в отношениях в коллективе будут подпорчены отношения конкретно. Восстанавливать Скорпиона их будет крайне сложно. Стрелец. Такое впечатление, что Стрелец в этот день понадобился буквально всем и каждому. Телефонные звонки, электронные письма, внезапные совещания и неожиданные срочные просьбы о помощи устремятся к Стрельцу со всех сторон. Гороскоп советует вычленить из общей массы обязательные на этот день дела и действовать так, чтобы успеть их выполнить. А остальное придется вклинивать в образовавшееся свободное время. Потерпите, такой уж беспокойный день выдался. Зато для Стрельца вполне вероятно какая-либо денежная прибыль. Если в планах не было ни премии, ни зарплаты, купите хотя бы лотерейный билетик. Вам обязательно повезет.
Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день любимый человек может поставить Стрельца перед выбором или предложить ему отказаться от чего-либо в его пользу. Возможно, избранник Стрельца потребует от него не задерживаться на работе, перенести встречу с друзьями, потратить отложенную сумму денег на свои потребности и желания, ну и что-то так далее в этом роде, т.п. т.д., как говорится. Гороскоп не дает однозначного ответа на вопрос, уступать ли Стрельцу ультиматуму. В любом случае, вероятность конфликта в этот день очень высока. Что ж, Стрельцову предстоит не самый легкий день, однако, используя навыки дипломатии и язык любви, он имеет все шансы с достоинством выйти из положения. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день Стрельцу на работе будет помогать личное обаяние, шарм и умение манипулировать. Действуя напрямую, Стрелец вряд ли добьется в этот день всех поставленных целей, зато по обходной дорожечке доберется к ним гораздо быстрее и с меньшими трудозатратами. Незаметно манипулируя людьми, Стрелец получит даже то, на что он и не рассчитывал-то в принципе, по крайней мере в ближайшее время. Главное в этот день не заиграться и не переигрывать. Козерог. В этот день на Козерога могут оказывать давление, кто-то постарается загнать вас в тот социальный круг, который вам не слишком-то и близок. Это может быть чужая для вас компания или мероприятие, которое вас совсем не интересует. Гороскоп утверждает, в этот день Козерогу не следует заниматься тем, к чему не лежит душа. Спокойно откажитесь и продолжайте действовать согласно намеченному плану и составленному графику. Козерогу нужно оставаться верным себе и своим стремлениям, только при этом условии этот день раскроет все свои потенциалы. Любовный гороскоп для Козерога. Гороскоп советует Козерогу посвятить этот день целиком и полностью любимому человеку. Проведите с ним как можно больше времени. Это необходимо для восстановления энергии пары, изрядно растраченной в последние денечки. Если нет возможности побыть вдвоем, сделайте что-нибудь, чтобы побаловать свою вторую половинку. Купите тортик. Прибейте полочку в ванной, закажите букет цветов, желательно огромный. Если Козерог не состоит в отношениях, в этот день ему стоит съездить в гости к родителям, навестить сестер и братьев, пригласите в конце концов друзей. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день начальство Козерога может попытаться заделать им все бреши в делах, углядев в нем идеального исполнителя всех своих задумочек. Если Козерогу не хочется весь день пробегать по не всегда толковым поручениям сверху, ему следует изобразить невероятную занятость по своим текущим делам. Лучше всего, чтобы занятость была видна невооруженным глазом. Просто уткнуться в монитор не поможет. Вокруг Козерога должна возвышаться как минимум метровая горища отчетов. Тогда есть шанс, что за этим укреплением Козерога в этот день вовсе не заметят. Водолей. В этот день Водолей склонен к эгоцентризму. Желание доказывать свою правоту, а может даже и превосходство, не оставляет его с самого утра. Что ж, если Водолею предстоит принять участие в соревнованиях, провести презентацию или показать себя в новой компании, такой настрой пойдет ему только на пользу. А вот работа в команде в этот день, скорее всего, не сложится. Гороскоп советует Водолею сдерживать в этот день свои порывы. Вы-то сами знаете, что лучше всех. Какой смысл тратить столько сил, чтобы доказывать это окружающим, а? Вот скажите мне. Любовный гороскоп для Водолея. В этот день Водолею и в любви все карты в руки. Гадать на короля или королеву не обязательно, но вот попробовать сделать то, на что давно не хватало решимости, самое то время. Гороскоп обещает Водолею удачу в любви, если он рискнет. Пора перестать сомневаться, начните уже наконец-то действовать. У Водолея в этот день есть все необходимые инструменты, чтобы очаровать приглянувшегося человека. Харизма, обаяние и самое главное шарм. Главное, напомните о своих достоинствах и держите голову выше. С таким подходом в этот день Водолею все по плечу. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день гороскоп обещает Водолею творческий подъем, в связи с чем ему удастся с успехом завершить те дела, которые давненько находились в состоянии застоя. Радость от полученного результата может натолкнуть на желание поднять остальных до своего уровня отличника труда. И вот тут Водолей может ожидать подвох, так как далеко не все сотрудники и коллеги воспримут правильно его стремление делиться опытом и рабочими лайфхаками. Чтобы избежать недопониманий и конфликтов, звезды советуют Водолею тщательно выбирать объект обучения. А если подходящих жертв нет, лучше остаться при своих знаниях. Вот и все. Рыбы.
В этот день рыбы могут обнаружить, что находятся под пристальным наблюдением. Не стоит сразу сердиться, на деле может оказаться, что вас хотят оценить именно потому, что вы заслуживаете гораздо большего, чем получаете на данный момент. Если подобная ситуация происходит на работе, то стоит сконцентрироваться и выдать хорошие результаты, которые станут итоговым в оценке вашей деятельности. Если же рыб оценивает любимый человек, стоит задуматься, все ли вы правильно делаете в последнее время. Конечно, первой реакцией рыб будет негодование, однако если отношения вам дороги, постарайтесь показать в этот день себя с самой лучшей стороны. Любовный гороскоп для рыб. Рыбы, находящиеся в поиске своей второй половинки, в этот день могут почувствовать приступ одиночества и грусти. Но гороскоп советует, не поддавайтесь унынию. Любовь как электричка, если ушла одна, значит скоро будет следующая. Главное для рыб не превращаться в лежачий камень и не проводить этот день в пассивном ожидании. Взбодритесь и начните с любви к себе, недовольные собой люди редко нравятся окружающим. Рефлексирующая тенденция дня не минует и рыб, состоящих в отношениях, конечно же. В этот день может показаться, что их вторая половинка к ним охладела. Противопоказано погружаться в раздумья. Лучше проведите разведку боем. Предложите любимому человеку доказать свою пылкость в постели. Вот и все. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день звезды советуют рыбам быть готовым к конструктивной критике в свой адрес и приготовиться не к отпору, а к анализу своих действий. Ведь взгляд со стороны помогает увидеть то, что самому разглядеть очень сложно. Поэтому, как бы не хотелось рыбам возмутиться и оскорбиться, следует проанализировать полученную информацию, подумать и заняться самосовершенствованием. При этом гороскоп советует в этот день разделять факты и эмоции. Рыбам не стоит вестись на провокацию. Вот, собственно, и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.